Сергей Николаевич, чего сегодня не хватило для того, чтобы заработать очки? Не хватило. Немножко терпения не хватило. Не хватило нам немножко разумных действий. Ну, в принципе, это и понятно. Все-таки идет становление новой команды. Поэтому не все, так сказать, взаимодействия так отлажены, как хотелось бы. Ну, ничего, как бы страшного. Я поблагодарил своих ребят, они молодцы, они старались. Играли хорошо. Я говорю, немножко потеряли концентрацию. И пропустили первый необязательный гол. Тем не менее, стремились к тому, чтобы, так сказать, развернуть игру. Но не получилось. Согласитесь ли с тем, что в первом тайме ваша команда действовала немножко смелее? Да, моя команда и в первом, и во втором тайме играла смелее. Просто я говорю, некоторые обстоятельства, которые, так сказать, были во втором тайме, которые помешали, так сказать, моим ребятам. Вы как бы сами видели, что нервозность пошла. Но это все, так сказать, от действий одного актера, который, так сказать, ну, не справлялся с своими обязанностями и четко выполнял те, так сказать, требования и задачи, которые были перед ним поставлены. И он с ними справился, способный парень.